небольшой парк перед Химашом и между, Химашом, точнее, и строительной академией, архитектурно-строительной академии. Не знаю, как она сейчас называется, раньше называлась так. Но мне кажется, вот это вот наличие таких парков перед заводами и институтами, это прямо довольно-таки интересная тема. В обеденный перерыв можно, если ты работаешь на заводе, в обеденный перерыв можно выйти прогуляться в парк, посидеть здесь, отдохнуть от заводского шума. А если учишься в институте, то в принципе между парами можно сюда ходить. Или большой обеденный перерыв. Но это лучше, чем если бы здесь была бы какая-нибудь церковь. Ну, вообще, мне нравится много зелени в городах. Не люблю камни. Особенно осенью красиво, когда все это желтеет, листья опадают. Зимой, конечно, здесь межсезонье, конечно, ужасно. Но это, ну, не только из-за того, что дождливо, мокро, грязно и серо, но еще потому, что здесь становится видно весь мусор, особенно по весне. По весне, конечно, вообще ужасно. Но это ужасно весь город, а не только парки. Ну, видно, как следят за ним. Асфальт не ремонтировали, наверное, с советских времен. Вообще, общественные места во всей Раше, мне кажется, были отремонтированы в последний раз советскими людьми. А дальше все на все забили большой толстый болт. Странно, что вот этот еще Ленин здесь остался. Я уж думал, только не сойти на этой, на площади Ленина остался. Он еще встречается по городу. Да, Ильич. Просрали все, что могли. А это еще не конец. Вообще тут парк перед Химашом довольно-таки длинный, но запущенный, конечно. Если бы его привести в порядок, ну кому это нахер надо? Когда-то были службы по озеленению городов, которые не просто следили за парками, но и сажали здесь какие-то интересные виды растений. Пробовали их адаптировать для городской среды. Сажались какие-то устойчивые к загрязнению, к смогу, к выхлопным газам. Потому что далеко не все деревья способны расти в городах. Это, кстати, видно. Вот сейчас понатыкали всяких в новых районах молодые деревца, но они уже такие, в таком плачевном состоянии. Потому что либо за ними никто не смотрел, либо посажены какие-то такие виды, которые плохо переносят загазованность, запыленность. И все, что можно сажать на даче, можно сажать в городах, тем более вдоль дорог. Но, походу, это мало кого интересует. Стелла перед Химашом.
орден Ленина.